Друзья, мы продолжаем играть в игру «Братья» или «История о двух сыновьях». В предыдущей серии мы с вами убегали от волков, спасли возлюбленную этого большого громилы. Ну, вернее, наоборот было. И, в общем, мы вот очутились на кладбище в двух экземплярах. Най большой, Най большой и Най маленький. Ой, что-то у меня сегодня с голосом сейчас. Вот. В направлении поиска дерева жизни для нашего отца. Это я. Так. Что у нас тут за загвоздка? Ага. Так, ты тут не пройдешь, да? Ну-ка, давай сюда сходим. Так, и что у нас тут? Ух ты. Кто это на ночь глядя тут еще лазит? А? Кого принесло? Бабуль. Нет. Я тебе не дам фонарик. Не трогай его. Смотри, нам нужно попасть в дерево, к дереву. Куда нам идти? Иди прямо. Неужели ты нам откроешь проход? Ну, ты даешь. Ему, видите, не открыла. Не захотела. Давай. Пока-пока. Ха-ха. Малыш, а у тебя вон волосы рыжие. Знаешь что? Дай фонарик. Нет, я тебе все равно ни его не дам. Ну ладно, пойдемте. О, тихо-тихо, стой, волки. Най, отходим. О, тихо. Стоять. Прыгай! Держись! Ребята, так. Давай, держись за меня, за спину. Я все взялся. Молодец. Плывем, не переживай. Я умею плавать. Сейчас только дотянусь. Дотянусь до вот этой штучки. Нет, не дотянусь. Тихо, держитесь, ребята. Не тонем. Давай на камушек. Да, фу, я думал, ты уже там это, фу. Все хорошо. Так, что это такое? Что это? А? А, это же это, светильник этот. Так. Что у нас тут? Прыгать будем? А, малыш? Я не знаю. Можно попробовать. А, нет. Мы прыгать не будем, мы пойдем просто вот так вот с тобой. Как мы обычно это делаем. Я уже думал, они прыгать собрались. С водопада. Опять эта лавочка каменная. И не везде лавки эти стоят. Так. О, прыжок. Здоровски. Ну, я думаю, что-то сейчас хрустнет, наверное. Оп. Ты что сделал, малыш? Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте еще разок. Шутник, блин. Устраивает тут падения экстремальные. Оп. Так. Оп. Оп. Тихо. Тихо. Что происходит? Так, все живы.
А, держись, держись, малыш, куда ты? Стой, да стой же, стой! Да стой, говорю, стой! Держитесь, ребята! Давай, 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 давай! Наи, я тебя достану! Давай! Опа! Держись, давай, 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 давай! Залази, 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 говорю! Фу, молодец! Так! Ты здесь? Фу! Наи! Помоги мне! Сейчас, сейчас, подожди чуть-чуть. Дай мне оклематься. Так. Кто кому лезет? Я? Тихо! Что ты делаешь, блин? Фу! Боже мой! О, блин! Бррр. У меня же в ушах про это. Я не видел эти деревья. Посмотрите, там деревья растут. Так, аккуратно, аккуратно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, они проснулись. Давай, давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Давай. Давай, давай. Давай, тащи, тащи меня, тащи, тащи. Так, здесь. Ох, с ума сойти, что происходит. Да, Ная, как мне тебя жаль. Ты... Ой, боже мой, так, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, я тебя держу, малыш, не переживай, не переживай. Мы сейчас их обойдем. Экстремальный у нас путь оказался. Ну, что не сделаешь ради жизни других людей. Да, не то, что ради других, вообще, просто ради жизни, чтобы спасти кого-то. Вот. Осталось чуть-чуть, чуть-чуть. Да, я вижу. Так. Так, вот здесь, наверное, надо... А, блин, да что ты так... Держись, я ныряю! Фу. Так, так, ребята, ребята, давайте-ка держитесь. Хватит тут вот эти экстремальных сцен. Давай, давай. Давай, плыви. Ну, быстрее плыви. Да что ты... Опа. Давай. Давай, 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 тяни наверх, тяни. Давай, жена. Ну, в принципе, это от меня зависит. Ну, все равно, как бы это ни было, я должен спасти их. Наи! Наи! Проснись, проснись! Ужас какой! У нас вышла с тобой прогулочка, да? Да. Тякс, тякс. Идем дальше. Так. Вы слышали? Кто-то звал нас. Типа так. Най. Так куда ты идешь? Во-во, слышали? Най. Дело тут пахнет чем-то другим. Ой! Это кто еще такой? Что это за громила такой? Это мама ихняя. Наи. Мама? Наи. Мама? Это... Я тебя люблю. Что-то на плохо. А вон в руке, видите, папа лежит, ихний отец. Это чьи-то мысли, что ли, опять? Да-да-да, это кто-то где-то... Так, давайте... Пап, вставай! Блин, уже мурашки такие. Ну, вставай, пап. Мам. Мамочка моя. О, спасибо тебе. Отец, отец. Отец, проснись. Ная, иди помоги мне. Уйди от него. Уйди, говорю. Не трожь.
его! На тебе! Не трогай моего отца! Ты меня понял? Ты понял меня? Не прикасайся к нему никогда! Это мой отец! Бррр! Ужас какой произошел! Наи, проснись! Проснись, проснись! Ты не представляешь, мне такой сон страшный приснился. Не переживай, это всего лишь сон. Я с тобой и очень тебя люблю. И я с тобой и тоже тебя очень люблю. Молодцы. Здорово, четко. Ужас какой творится опять. Ужас какой творится опять. О, да что ты сделал? Стой, 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 стой. Ну-ка, хватит, хватит. Наи, помоги, спусти веревку. Ужас какой. Иду, иду. Давай, давай, родной. Давай, давай. Фу. Оп. Ты что, дурак, что ли, совсем, а? С тобой все нормально? Ты что творишь? Да, ты что творишь? Совсем с ума сошел? Ну-ка прекращай так баловаться. Тоже мне герой. Так, это у нас то. Или что? Что там на... Не видно, да? Так, давайте... Меня интересует там, что наверху. Здесь вот, на столе. А, нет, не берешь, да? Так, а надо как-то тебе это... А, ну тут, по идее, ничего делать не надо. Он сам справишься. Справишься. Ну ты справишься сам! Да, он уже... Один раз хотел справиться сам, чтоб его чуть ли не привело к последствиям дурацким. Так, опять разбежались. Стой. Ты сюда, ты сюда. А то! Да, идем, идем. Так, ну-ка, покрути-ка эту штучку, малыш. Оп. А давай. Да я, уйди ты отсюда, давай я. Ты еще не вырос, сколько тебе раз говорить? Вау, вау, ты меня сейчас прихлопнешь так. Я. Ага. Сейчас надо... Подожди, не балуйся, я же маленький парнишка, сейчас я тут все решу. Сейчас. Оп. А, ты что, решил? Ой, ты глупыш, понимаешь? Решил он вопрос, ага. Тоже мне герой. Слушайте, а... По идее... Нам бы вот так вот сделать. Оп. Отлично. Молодец. Молодец, малыш. Оп, молодец. Так. Сейчас. Это рычаг для малыша, это рычаг для крепыша. Оп. Давай сведем. Подожди! Отпускай! Эй! Эй, подожди, я протупил чуть-чуть. Ну, я ошибся, вернее, чуть-чуть. Давай. Оп. Давай. Отпускай. Все. Идем.
Тякс. Тякс, тякс! Где же это дерево, это жизни? Что опять за крики? Можно сесть, посидеть. Блин, я уже думал, что свалится. Оп. Двигайся, братишка. Эх, посмотри, какой замок. Да, красивый. Может, пойдем? Да подожди. Посмотри. Он просто офигительный. Да. Эх, не говори. Так, ты готов выступать в роли ласточки? Конечно, конечно, мы так и делаем с тобой, ходим по бревнышкам уже. Долгий-долгий длинный путь. Воу, тихо, чё, по скале пойдем, пойдем по скале. Туру, 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 туру-ру-ру. Угу. Нас здесь опять кто-то встречает. Так, если мне верить этой карте, то дерево где-то должно быть уже здесь. А! Оно там. Хм, но там замок. Странно. Пойдем посмотрим. Пойдем. Смотри, видишь этот мост? Нам нужно туда. Так, ребятки, все? На этом мы все заканчиваем. Увидимся в следующей серии. Не забывайте писать комментарии, подписываться на канал. Можете, не можете, вступайте в группу ВК Джонни Паппет, которая... Вот, всем пока. И жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий.